потому что все любят самокаты, верно? Ну окей, не все. Но их люблю я. И этого достаточно. Наконец-то можно расслабиться, отдохнуть и просто катиться по жизни. А по второму образованию я как бы психолог, да? Мне, в принципе, вообще никаких проблем нет человека понять. Ты, кстати, кто по гороскопу? Телец? Близнец. Ой, в принципе, одно и то же, я тебя сразу выкупила. Я вообще не так, чтобы в эти все гороскопы верил. Зря. Очень помогает в бизнесе. Да? Могу тебе одного индийского коуча подогнать. Очень крутой. В корпоративных делах вообще пушка. Хотя, тебе и так все ясно. Что тебе ясно? Ну как что? Компенсируешь детские травмы. Тебя отец бил? Или, может быть, мама бросила? Что в анамнезе? Слушай, да вообще все мимо. Меня прабабушка воспитывала. А знаешь что? Ты просто не можешь принять свою боль. А такие вещи нужно прорабатывать индивидуально. Может, пойдем прорабатываем?